Силы ПВО Израиля в ночь на 27 сентября перехватили ракету, из-за которой в Тель-Авиве была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщила пресс-служба армии обороны Израиля в соцсети X. Ракета класса «Земля-Земля» была прихвачена за пределами израильской территории системы противовоздушной обороны «Хэтс». По информации ЦАХАЛ, после перехвата и падения осколков были слышны сирены и взрывы. Израильские ВВС за сутки атаковали 220 военных целей «Хезболла» в Ливане. Среди целей, по которым были нанесены удары, израильские военные перечислили, цитата, террористические объекты, пусковые установки, использовавшиеся для обстрелов израильской территории, склады ракет и оружия, а также вооруженных радикалов. Проиранская группировка «Исламское сопротивление» в Ираке рано утром заявила, что атаковала важные цели в Израиле, применив крылатые ракеты «Аркаб». Ночью представители группировки заявляли о запуске ударных беспилотников по целям на голландских высотах.